Рычажные весы с двумя огромными медными чашами советского производства 1930-х годов из стали и меди хранятся в фондах музея-заповедника «Родина Ленина». Принцип работы их прост. На одной из чаш помещали тело, вес которого нужно определить, а на вторую – стандартные гири, и добивались их равновесия. Первые рычажные весы появились еще 5000 лет до нашей эры. В коллекции музея есть и чугунные гири весом 1, 2, 3, 10 фунтов. Русский фунт был равен 409,5 грамма. В XIV веке на Руси ручные рычажные весы с пружиной стали называть безмен. Они тоже хранятся в фондах музея-заповедника.